Цирк уже 5 поколений. Его главные артисты – индийские слоны. Несмотря на свой громоздкий внешний вид, животные активные и довольно проворные. Стоит только отвернуться, сразу тянутся к угощению. Чтобы найти с ними общий язык, нужно много времени и сил. Алекс и Кристиан Гертнер посвятили цирковому ремеслу всю свою жизнь. С этой дружной звериной компанией гастролируют по миру, даря зрителям незабываемые эмоции. Но каждый свой характер. Слоны, но одна дрессура, одна система. Но брат работает с лошадью. Я работаю за верблюда. Ну, просто для нас, ну, не сложно, просто знаем. Слоны, голландские скакуны, верблюды и ламы. На манеж выйдут даже дрессированные гуси. Еще одна изюминка программы – тигры. Хищные кошки только похожи по повадкам на своих младших собратьев. В работе с ними нужно проявлять строгость и выдержку. Тогда они беспрекословно выполняют команды на сцене. По словам дрессировщиков, зверям нравится в Анапе. Они быстро адаптировались к местному климату и с удовольствием греются на солнце. Помимо номеров с животными, анапчане и гости курорта также увидят выступления воздушных гимнастов, акробатов на роликах и захватывающий номер «Колесо смелости». Подготовка идет полным ходом. Уже установили шатер и зрительные места, обустраивают манеж. Не обойдется и без приятных сюрпризов. Первое представление будет совершенно бесплатным. Совместно с администрацией города мы делаем первый день, первое выступление благотворительным. 13 июня на кассе цирка с 10 утра будет раздача бесплатных билетов на первое представление. При себе надо иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Цирковые шоу будут проходить каждый день в 18:30. Программа длится 2,5 часа вместе с антрактом. В планах у братьев Гертнер остаться в Анапе до конца лета. В городе-курорте еще не было столь масштабного циркового представления. Организаторы уверены, программа точно понравится публике.